Желание сэкономить время в пути до станции и деньги за проезд может обойтись несоизмеримо дороже, напомнили пассажирам Московского центрального диаметра. Специалисты транспортного отдела администрации, сотрудники полиции, а с ними волонтеры и студенты, неравнодушные к проблеме, вышли в профилактический рейд на железнодорожной платформе Опалиха, где совсем недавно беспечность привела к трагедии. 26 января у нас на этой станции было смертельное травмирование человека, который проникал на платформу в неположенном месте, что привело к смертельному случаю. Мы призываем наших жителей быть предельно внимательны и осторожны, беречь свою жизнь и выполнять все правила поведения на железной дороге. Они довольно простые, не подходить к краю платформы, есть желтые линии на платформах, все о них знают, и это довольно-таки хороший сигнал к тому, чтобы не приближаться к подъезжающему поезду, не прыгать с платформы, соответственно, не залезать на сам электропоезд. Это объясняется еще на уровне школы и детям, но, к сожалению, не все это соблюдают. Нарушители, переходящие пути по так называемым народным тропам, обнаружились и в этот раз. Но завершить незаконный и потенциально опасный маршрут им помешали полицейские. Вместе с предупреждением незадачливые пассажиры получили листовки с разъяснением правил безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры. Законопослушным красногорцам, впрочем, памятки тоже вручили. Как говорится, на всякий случай.